Дорогие прадедушки, благодаря вашему мужеству мы победили. Старательно выводя каждую букву, шестилетняя Василиса Александрова то и дело поглядывает на пожелтевшие от времени фотоснимки, с которых на нее смотрят два молодых солдата. Эти трогательные строчки своего письма в прошлое девочка посвятила им, героям своей семьи. Одного звали Александр Александров. Он служил на Первом украинском фронте. Другого звали Григорий Бабенко. Он дошел до самого Берлина. И думаю, нужна большая храбрость, чтобы пройти всю войну. О событиях военных лет маленькая Василиса знает из рассказов про бабушки, поэтому хорошо понимает, почему так важен для нас этот День Победы. И, собираясь на первое в своей жизни шествие бессмертного полка, пытается узнать как можно больше о солдате, портрет которого понесет. Бабушка, расскажи мне о моем прадедушке. В армию он ушел в 44-м году. Попал в пехоту. Шли пешком они до Берлина через Брянские леса. Там предстоял еще большой бой. Очень трудно было, тяжело, но они все преодолели. С нетерпением ждал 9 мая и Семен Вдовиченко. Еще бы, ведь для участия в шествии бессмертного полка он впервые наденет специально сшитую для этого случая форму, наподобие той, что носили советские солдаты в Великую Отечественную. А ты ее скоро дождешь? Может, чуть-чуть осталось. Хочешь мне помочь? Конечно. Держи иголку. Ну, попробуй. Мам, а надо начинать снизу? Да, снизу прокалывай. Эти первые в жизни стежки Семену даются непросто. Но мальчишка старается изо всех сил. Ведь очень хочет быть похожим на своего отважного прапрадеда, Войтенко Семена Иосифовича, в честь которого его и назвали. Все, что осталось родным в памяти о солдате, это выписка из книги «Безвозвратных потерь», которую удалось отыскать в военном архиве. Красноармеец погиб в январе 42-го в боях за освобождение города Мещовск, где и похоронен в братской могиле. Мой прапрадедушка – настоящий герой. Я хочу надеть эту форму, чтобы хоть чуть-чуть быть похожим на него. Когда я вырасту, я буду защищать тоже так же нашу родину. Но пока я маленький, я буду защищать девочек в детском саду. Я знаю, что когда я пойду на парад, прапрадедушка будет смотреть на меня с неба и гордиться мной. И это благодаря им, нашим родным героям-победителям. Сегодня мы и наши дети празднуем День Победы под ясным мирным небом, чувствуя незримую поддержку тех, кто подарил нам этот цветущий май. Это стихотворение посвящается нашим советским солдатам, которые сражались не за награды, а за нашу родину. Сегодня главный день в году. Я с дедом на парад иду. Мне шили форму в ателье, звезда сияет на ремне. У деда форма чуть бледней, конечно, ведь она старей. Зато в наградах его грудь. Прошел мой деда славный путь, весь 45-й батальон. Всего три друга, третий он, на площадь города спешат. Военный принимать парад, мы дедом за руку идем. Гвоздики алые несем, героев павших на войне, все будут помнить на земле. Наталья Войтенко, Дмитрий Боев, новости Мира Белогорья.